Основанный в 1892 году, дендрарий насчитывает более 2000 экзотических и редких форм и сортов древесных растений, завезенных из разных уголков мира. Кроме флоры, парк гордится редкими животными и птицами, живущими в нем, а также канатной дорогой. В начале 60-х годов прошлого столетия общая площадь дендрария увеличилась до 48 гектаров. Были созданы пруды с каскадами, розарии, географические отделы, в которых представлена флора Кавказа и Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Не так давно на вилле «Надежда» открылся музей балета, посвященный основателю парка Сергею Худякову.